Добрый день, всем хочу показать, что такое жировой побег и как с ним работать и вообще, что это по своей сути. Все говорят, что они не цветут, но это всего лишь бред, барыжи. Как видите, вот он здесь начинается, мы его дергаем, и вот у нас ветка, на которой уже завязался плод. Вот от него еще ветка. В том, что это так называемый жировой, можете не сомневаться. Вот эта ветка, которая выросла буквально за полтора месяца. И вот вам обычная ветка. Так что вот это все, что вам рассказывают, жировые срезайте, еще что-нибудь. Это все глупости. Это не слушайте, это говорят только для того, чтобы вы загоняли свои растения. Вот как видите, ну, два растения чувствуют себя шикарно. Вот еще жировой побег тоже, видите, по форме, вот на нем. Так что, все, кто вам говорит, что надо что-то срезать лишнее с растения, еще что-нибудь, шлите их к корням. Все, не кислых вам цитрусов, удачи!